Вторая игра с оренбургским юниором для саровчан была напряженной. Первые два периода соперники не отдавали друг другу преимущества. Юные хоккеисты играли быстро и слегка агрессивно. Из-за подножек и стычек спортсмены обеих команд получали штрафы. В третьем периоде саровчане открыли счет. Ответа от противников долго ждать не пришлось. К концу основного времени победитель так и не определился. Соперники равные. И та команда организованная, дисциплинированная. И наши ребята старались, установку тренера выполнили, поэтому никаких проблем. Игра получилась интересная, напряженная, но вот в концовке нам немного не хватило. Удаление подвело, пропустили гол. Дополнительное время ситуацию не прояснило. Каждая команда пробивала по 5 буллитов. В ответ на 2 забитые шайбы от саровчан гости забросили 3 и вырвали победу. Буллит – это лотерея. У команды хозяев очень хорошо пробил оба буллита Ибрагимов. А у нас хочу отметить Ковалевского Григория, который тоже забросил 2 шайбы. Хочу пожелать процветания саровскому хоккею. Сейчас трудные времена. Вот. Дай бог, чтобы руководители повернулись к лицам и к детскому, и к взрослому, ну, чтобы больше было успехов. В таблице первенства Приволжского федерального округа среди команд ЮХЛ саровчане занимают 6-ю строчку. Последние игры в регулярном сезоне пройдут дома с пензенским дизелем в ближайшие выходные. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.